Приветики! С вами Мелес, и сегодня у нас на подходе новый хоррор под названием «Лазарет». Мы будем играть за одного из членов экипажа спасательной группы. Нам поступил звонок, тревожный, с корабля, вот, например, вот этого, который пропал 4 года назад. Там что-то случилось, и, видите ли, он, походу, объявился. И мы сейчас отправимся туда, чтобы узнать, что там случилось. Так что обязательно надевай наушники, бери что-нибудь покушать, приятного аппетита, и что ж, приятного просмотра. Поехали! Игра у нас на английском языке, поэтому трудности у нас будут небольшие. Ну, я думаю, здесь сюжет не главное, так что мы да как-то постараемся. Так, 4 года назад в Атлантическом океане исчезло судно под названием вот этот Атлантик Осень. Недавно оно вновь появилось. Вы являетесь членом спасательной команды, отправленной для расследования сигнала бедствия с как раз-таки, ну, вот этого вот кораблика. Все попытки связаться с этим кораблем были неудачными. Поехали. Вот нам примерно рассказали, что здесь случилось. Как бы одно и то же, что я тебе рассказала. Хорошо. Смотрим. О! Никто там внизу, никого не вижу. Тут шторм довольно сильный. Главное, палуба. Вероятность чего-то там, посадки, невозможно. Еще очень громко. Кто-нибудь может взглянуть внутрь? Здесь негде посадить вертолет. Нам нужно установить контакт с командой. Ты можешь выбраться на палубу и выяснить, что там случилось. Почему-то громко. Очень громко. Я оглохну, и ты вместе со мной, я уверена. Так, давай чуть потише сделаем это, во-первых. Это вот так вот. И видео я хочу геймплей. Lock sensitive. Это вот так вот. Апли. Поехали. Еще поменьше. Сейчас, быстренько, быстренько. Не люблю это дело, да. Что-то вообще меняется? Что-то вообще меняется? Не поверишь, ничего не меняется. Капли. О, а теперь норм. Ну, очень странно работает. О, ну вот, нормально. Пойдет. Так, мы высадились на кораблик. У нас здесь реальный шторм. Ага, походу его все же не то, что он прибился к какому-то городу. Его, видимо, нашли, он, может, всплыл. И на нем сработал маячок. Поэтому мы теперь здесь и оказались. Надо узнать, что же здесь случилось, почему он потонул и где все люди. Может, тут есть выжившие? Конечно, маловероятно. Ну, а вдруг, слушай, а вдруг? Так, ну мы можем наверх залезть. Интеракт. Давай. Интеракт. Ага. Замок. Ладно. Сейчас мы еще и помоемся. На этом корабле мы точно с тобой одни, но здесь явно что-то стрёмное будет, я видела. У нас даже начальные менюшки экрана. Можно же перелистнуть, посмотреть. Привет, привет! Мне тут страшно, может, ты ко мне спустишься? А будет что-то странное. Что, прости? Кран должен быть в состоянии вот это передвинуть. Кран. Но я на него не могу залезть.
Какой-то ключ, короче. Короче, какой-то ключ. Музы, шиппинг. Шиппинг. Короче, надо убрать то, что нам путь переграждает. Вот эта штука, наверное. Так. Ага, прыгать не умею. Ну ладно, интересно, конечно. Прыгать не умеем. Это очень странно. Залазить тоже не умеем. Тоже странно. Ага, раз я нашла ключ, значит ключ от того. Вот, отлично. Хорошо. Мозг работает. А, только мы бегать не умеем. Конечно, печальненько. Ну, мы хотя бы быстро ходим. Это уже радует. Кстати, а у тебя есть морская болезнь? Напиши в комментариях, да? Нет? Может, я одна такая? У меня есть. Это кошмар. Это ужасно. Мне даже иногда в транспорте можно спокойно укачать. Почему такое красное все? На самом деле, мне интересно, нравятся ли тебе хорроры? Пожалуйста, нажми лайкосик, если вот прям, ну да, нравится тебе очень сильно, а лучше, если еще и в комментариях напишешь, потому что, я не знаю, нравится. Мне кажется, в последнее время это не особо. И вот и думаю, есть ли смысл дальше снимать их? Ну вот последний, который мы прошли, прям классный был. Ну вот это явно индюшка, но мы уже видим, что это индюшка-индюшка, потому что ну, качество, сюжета нету толком ничего и тому подобное. А там все было на высоте. Так. Хотя и тут мы на высоте. Ого-го. Ага. И ручки у нас есть. Ну, ног нет. Давай. Мне кажется, очень громко. Сейчас. Чуть убавила. Так, ну на эту штуку мы явно сейчас не залезем. Нам, естественно, туда надо идти. Давай, не трать время. Игрушка не короткая. Я тебе говорю, не на два ролика нет. Там ролика 4, я думаю. Ну, типа 3 100%. 100%. Такие длинные. Значит, точно где-то 4 ролика, 5 роликов. Хоть это вот такая индюшатина. Прям как будто про индейку говорю. Индейки захочется, да? Явно странные дела у нас с тобой. Явно. Лестницы все подняты. Интересно, мне надо будет что-то искать, чем понять. Так, стопы я не поняла. Тут все закрыто. Стоп. О! Вовнутрь я с радостью. Здравствуйте. Как же мне нравится камера. Блин, вот это вот класс. Это не как в прошлых играх, знаешь, поворачивайся, и она еще за тобой поворачивается, камера. Здесь очень приятно. Такое? И что такое? Ты когда-нибудь был на заброшенном корабле? Это ж реально очень жутко и страшно. Боже, и оно еще вот это вот все шатается. Круто они, кстати, сделали. Очень правдоподобно. Так. Реально стрёмно. Эти цепи. Еще бы знаешь, что было круто, еще более атмосферненько, когда вот качается эта лампа, и она бы обо что-то билась. Еще... I find... I... Что-нибудь? Нашел что-нибудь? No. Нет, но похоже, мы были правы насчет карантина. Поднимайтесь на настройку, вы должны быть в состоянии снять карантин. И, возможно, кто-нибудь там наверху сможет рассказать, что здесь произошло.
Так, что? Make way. Ничего не прочла, не успела, окей. Элеватор. Не знаю, что такое элеватор. Я тут не спец, ваша кораблика. Тут можно даже делать погромче. Чтобы обкекаться. Так, слушай. Тут у нас четверной пароль. Ведутся поисковые работы по обнаружению судна, пропавшего без вести в Атлантике. Корабль, который был спроектирован для подъема важных археологических реликвий с морского дна, пропал без вести вместе со всем экипажем, включая известного археолога доктора Альфред Хайеса. 33 миссинг. 33 человека, короче, пропали без вести на этом исчезнувшем. Этот Дейр Хейс, будем так его называть, ведущий исследователь экспедиции, сообщил об обнаружении самого необычного артефакта еще до исчезновения корабля. Никаких дополнительных подробностей об артефактах не было передано, что заставило исследователей строить предположение о том, что это могло быть какое-то там новое открытие, получается. Прочитанные вами заметки добавляются в архив доступ, который можно получить из меню паузы. Меню паузы. Ага, отлично. Какие-то там странные звуки. Мне это не нравится. Мы можем приседать. Слушай, мне это больше не нравится. Еще больше не нравится, что мы умеем приседать. Значит, мы должны от кого-то прятаться. Какие же стрёмные звуки. Себе ногу засидела. Лифт? На корабле? А это возможно? Серьезно, лифт на корабле? Это возможно? Я о таком даже не думала и не знала, на самом деле, чтоб лифт на корабле был. Закрыто. Мне кажется, это что-то странное. Здесь этого не было. Здесь не было прохода. По-моему, здесь не было его. И наш чел даже не сказал, что нифига себе, это здесь кто-то досох заживо. Летить, колотить. Кораблик-то веселый. Ага, Кравуч, хорошо. Так, Хенри. И доктор ушли уничтожить оборудование связи 2 дня назад. Они все еще не вернулись. На данный момент мы можем только предположить, что они откинулись. Юх, осеньки. Весело. Весело у вас тут, ребята. О. О, 194. 194 это пароль. Какой нам как раз таки нужен. О, сохранение. Емте. Прикольно.
прикольно, только его хрен найдешь. На самом деле, когда понадобится, мне кажется, мы его не найдем. Прятаться? Ёшкин матрёшкин, нам придется от кого-то прятаться. Я не хочу. Я не хочу. О. Вот это вот такая реакция должна быть. Ты чисто увидел какую-то херню, ты просто валишь отсюда. Вот такая здоровая реакция должна была быть. А где у меня? Блин. Я должна была запомнить это, да? 1, 9, 4, 7. Что это? Якорь? Зачем он мне? Анчор лилик? Анчор лилик? Зачем мне эта хрень? Make your way to the superstructure. Что это? Я нашла вот это, ну вот. Что мне дальше? А теперь реально становится очень стрёмно. Ну тут явно выход, и мне надо выйти просто. Нет, я не могу выйти отсюда. А что мне делать? Мне уже это явно не нравится. Я реально не знаю, что мне делать. Я думала, там что-то нужно, а мы нашли какой-то брелок. Что мне с этим брелком на корабле делать? Вы чего? Реально, какой-то брелок нашла. Инвентаря, ничего такого нету. Там типа смотреть тоже ничего не могу. Так, лифт. Явно в лифт не зайти. Мне кажется, шуметь не стоит. Мне кажется, реально шуметь не стоит. Видел? Да хватит ходить, сиди просто и не двигайся, пожалуйста. You can be broken by hand. Что, блин, своим? Broken hand. Что мне тут делать? Сиди. Пожалуйста. О! Нам надо сохраниться. Тебе не кажется, что там кто-то есть?
Там явно кто-то есть. Кто-то есть. Ты живой? Я тебе могу помочь. Я пришел сюда спасти. Знать, что вы нашли. Какую реликвию потайную, какое открытие. Некоторые члены экипажа сегодня отчаянно пытались попасть на главную палубу, несмотря на приказ капитана не выходить наружу. Они были непреклонны в том, что им необходимо было подняться на палубу, а некоторые даже просто не могли физически перемещаться. Система блокировки погоды была разработана для того, чтобы никто больше не пытался это сделать. Как будто теперь здесь и все стоит на месте, закрыто. Изи. Ой, монетка. Ой, я такие монетки где-то видела, где внутри был квадратик. Тебя там не было, мне кажется. Почему здесь манекены? Что на корабле делают манекены? Я не понимаю. Это очень странно. А тут я могу прятаться. Будто сейчас мне надо будет спрятаться. Ключ. Ран? От кого ран? От кого ран? Короче, этот ключ, где мы вначале были. Там у нас была одна закрытая дверь, походу. А от кого ран? А ран ты от кого? Я пытаюсь казаться очень спокойной. Я стараюсь быть спокойной. И нервничать. Зараза, Саймон. Похоже, у нас утечка информации. Нам нужно возвращаться сейчас, но мы вернемся как можно скорее. До тех пор мы будем вне зоны действия. Спасайся отсюда. Посмотри, посмотри вот этот хрен. Посмотри на этого хрена. В шкафу прячется. Его не было там. Его и раньше не было. Да я буду каждую минуту сохраняться. Я буду каждую минуту сохраняться. И на ты. Я тоже хочу здесь спрятаться. Я думала, это сохранение. Это, походу, не сохранение. Зараза. Надеюсь, здесь все равно есть какие-то хоть сохранения. Ребята, что это у вас тут? Ну, что какая-то? Кнопка. Ого! Не, подождите, подождите. Пока туда не хочу. Так.
На нашей последней остановке мы подобрали дополнительного пассажира, хотя в этом нет ничего необычного. Это определенно что-то из вон выходящее. Ладно, это необычное. Я пытался расспросить капитана о прибывшем, но он каждый раз уклоняется от ответа. Пока что таинственный пассажир держался молочком, крепачком, но я буду за ним присматривать. Молочком, крепачком. Записывай. О! Я говорю, каждые 2 минуты буду сохраняться, ничего не знаю. Благо, дайте мне эти сохранения, я буду это делать. Ладно, давай, просто бежим, ничего не боимся, просто идем. Как можно быстрее мы проходим эту игру, пробегаем. Мы ничего здесь не боимся. Мы что, мы какие-то девочки с тобой? Нет, давай. Мы... большие, накачанные мужчины. Мы ничего не боимся. А чё дверь-то закрыта, ёпт? Не подсматривай, кыш. Каждые 2 минуты и минуту мы сохраняемся. Я думала, ты уже запомнил. Так, ты знаешь, куда этот лом надо использовать? Я дам. У нас там была стена с досками. Скорее всего, туда. Это нам сейчас направо вниз. Клоняемся по возможности. Ромлика. Какой? Так, несколько страниц, что ли? Это начало... Непонятно ничего. Ладно. Сначала это был всего один человек, потом или два, но с каждым днем их становилось больше, и к концу недели их стало несколько десятков. А статуи начали появляться на третий день. The statue started... Ага. То есть статую начали поднимать. Окей. Окей. Некоторые статы начали двигаться. Они уже убили 3 человек. При эвакуации с карантинной зоны я свистнул, чтобы привлечь их внимание. Привлечь внимание экипажа. И одна из статуй свистнула в ответ. А за последнее время у нас было только... Был только один смертельный случай. Короче, они пытались найти, спрятаться, все дела, найти безопасное место, чтобы спрятаться. Что такое Q? Хистили. Что? Чтобы свистнуть? Да ёпта. А зачем ты свистнул? А зачем он свистнул? Ты
предполагаю, что нам туда. У нас есть фонарик, и теперь мы сможем гулять. Никто теперь не отзывается. То есть вести мысли, что на Q. Но это чтобы как бы сказать, что там в угрозе или опасности, мол, это жесть. Тишина. Видишь, тишина. Я не туда пошла. Я хотела пойти, где мы сейчас были, где это было темно. Я не туда пошла. Надо было, короче, обратно выйти в дверь и подняться по лестнице. Я так бегаю тут спокойно, как будто сейчас никто не вылезет. Какой-то стрёмный. Смотри, а тут сейчас это будет. Не? Это называется, мы узнаем, где монстр, чтобы к нему пойти. Меня же боку стрельнуло. О боже мой! Почему больно так? Игла что-то попала. Потрясающе. Явно такие игры не доводят до душевного спокойствия. Физического равновесия. Стой, а там у нас была закрыта дверь, помнишь? А, я реально что-то в глаз попала. Я, пожалуйста, сохранюсь. Пожалуйста, сохранюсь. Давай вот сюда пройдем, там было темно. Не трогай. Не трогай меня. Не трогайте меня. Ага. Слишком подозрительный коридор. Мне здесь вообще не нравится. Локет. Ключ надо будет найти. Разводной пойдет? Гаечный подойдет? А ключ гаечный подойдет? Стоп. А смысл, мы сюда зашли, если здесь, ну, ничего нет? То есть мы нашли все то, что как бы, ну, не использовать. Мне это капец не нравится.
И мне не нравится, что везде мы сможем прятаться. Поэтому здесь не было. Нет пленки. У нас ничего нет, у нас уже нервов нет. Хочу закончить. Мне уже нехорошо. Окей. Видите, какое напряжение просто лютейшее. Он убил большинство из нас, но не просто убил. Некоторых из нас он пометил парой старых монет, положенных на глаза. Через некоторое время тело снова начинает двигаться. Я не видел, что произошло дальше, но я слышал это. Кости скручиваются, плоть рвется, затем... Жена. После этого тела больше нет. По крайней мере, больше его. Почти. Я не знаю, но эта игра меня очень сильно напрягает, она очень жуткая. Что? Спрятаться? Ты чё за лось? А что за инопланетное создание? За инопланетное создание твою мать. They all stop it at the same time. Сколько... Короче, время, возможно, покажет... Ага, ключ. Время есть ключ от этого сейфа. Только что это за комната я особо не увидела. Ну так, тут есть сохранение? Тут что-то нет сохранения. Надо нам сохраняться. Эта комната... Не помню, что за комната. А, я ее где-то видела. Сейчас мы выходим, а он просто на нас идет. Вот так сюрприз! А, вот они сейчас, я слушаю. Давай, я к сохранению хочу пройти. Мы закончим с этим. Раз, на тебя. Все, моему напряжению просто уже нет конца. Все, давай на этом приостановимся. Если ты хочешь продолжение, тебе это понравилось, обязательно поставь лайк. И напиши об этом в комментариях, потому что максимально невозможно в это играть. Она очень атмосферная и очень стрёмная. Так что жду от тебя поддержки. Все, нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И все ссылочки на сети в описании канала. И все, всем пока-пока.